хорошо. Благодарен клубу, что смогли сделать так, чтобы я мог вернуться на поле. Я 3,5 года восстанавливался после тяжелой травмы. И, конечно, для меня было очень важно. Очень важно было держать слово и вернуться на поле еще один раз. И одеть эту матч. А ты же не хотел прощальный матч вроде бы. Это не прощальный матч. Не прощальный? Это контрольный матч, да. А ты еще планируешь? Я думаю, что моя карьера только начинается. Как карьера, какая карьера? Это время покажет. А что дальше? Что теперь? Время покажет. Капитану! Борис! Борис! Now This is my legend! My legend! Yes! Ну, Палыч говорил, что предлагал тебе на должность спортивного директора много раз. Ребят, я знаю, что у вас очень много интересных вопросов. Давайте игру сыграем, а потом будем общаться уже на эти темы. Да, хорошо.